инициатива, да, вот это вот желание, и эта идея пошла от молодежи. И мы понимаем, да, что мы с вами то поколение, которое не видели войны, но мы о ней слышали. И поэтому, скажем так, очень важна та память, которая будет жить, потому что пока жива память, живы герои, которые погибли для того, чтобы мы с вами жили под мирным небом, любили, заводили семьи, учились. И это ежегодная акция, которая проводится накануне Дня памяти и скорби 22 июня, 9 мая и другие важные мероприятия, которые посвящены павшим воинам, которые сражались за нас в Великой Отечественной войне 41-45 годов. И нам с самого детства рассказывают о том, как много принесли вот эти павшие воины за нашу жизнь, за наше небо, под которым мы сейчас живем. И низкий им, конечно же, поклон за все это. И мы, как молодежь, должны все это впитывать как губки и передавать в последующие поколения, чтобы те поколения передавали дальше, и чтобы никогда это не забывалось. Иначе, когда эта память из нашего сердца уйдет, то история забудется. Замечательно, что инициатива идет именно от молодого поколения. Вот. Я вообще бы хотел, конечно, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Вот в преддверии Дня освобождения города в прошлом году такое же замечательное мероприятие провели на Сосне памяти, откуда началось первое наступление, на штурм. Штурм, вы помните прекрасно, да, оборудовали то место. Замечательное мероприятие и очень действительно хорошее в плане патриотического воспитания, того поколения, которое действительно подрастает и впитывает в себя все то хорошее и доброе, которое закладывается в нами. Ну, сегодня действительно святой день, в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня, 78 лет назад. Вот никто из этих солдат, офицеров не знал, что на их плечи выпадет именно такая участь, что им придется отдать свои жизни, защищая нашу родину, защищая нашу землю, доказывая всему миру, что мы являемся великой страной и великим государством. Действительно это вдохновляет, и кто бы на сегодняшний момент и как бы не пытался изменить ход истории, переиначить ее, мы прекрасно знаем, что патриотизм и мужество вот этих вот людей, похороненных здесь, именно защищавших наш город, защищавших нашу землю, останется в наших сердцах, останется в нашей памяти, и мы обязаны передать это нашему поколению, донести до них именно эту историю.